В зале дошкольного отделения Видновской 7 полный аншлаг. Ни одного свободного места. В первых рядах самые главные ценители и критики. Артисты ждут своего выхода за кулисами. Уже с первых минут станет понятно, нравится поклонникам спектакль или нет. Надо быть ближе к деткам. Мне кажется, это очень здорово, когда родители и дети присутствуют вместе на таких мероприятиях. Это здорово, что есть такое в саду. А сын-то ваш знает, что вы сегодня зайчик? А он у меня мухомор. У меня образ дочери Бабы-Яги. Я сегодня настроена решительно выйти замуж. Вот, надеюсь, у нас все получится. Мама мне любимая поможет в этом. Творческий проект «Воспитатели», «Родители» и «Ребят» из театральной группы создавался не один месяц. Каждый артист четко отработал все движения и уверенно играет свою роль. Воспитатель логопедической группы Елена Мурашова в профессии уже далеко не первый год. Способностью к перевоплощениям порой пользуется и в своей повседневной работе. Я вообще человек артистичный по жизни, и я не могу сказочных тихих героев играть, вот там зайчика или что-то. Нет, мне нужно такой фурор мне нужен, да, фейерверк, такой я человек по жизни. К своему выходу Селена Пантелеева готовилась особенно тщательно. Не каждый день приходится играть такую характерную роль. Образ получился очень интересным. Ого! Ты кто? Я заяц переросток. А ты кто? Поет волк, царь зверей, лесов, полей. Многодетная мама Пантелеева приводила в ромашку еще старшего ребенка, которому сейчас 23. Сегодня младшая Эмилия тоже выступает вместе с подружками. Включаются в этот процесс, потому что им интересно. Когда они видят родителей, репетирующих, у них зажигается тоже искорка, и они стремятся тоже в этом участвовать. На протяжении всего спектакля зрители с удовольствием включались в сказочный процесс, и каждый персонаж получал свою порцию восхищения. Мы решили сделать проект, в котором участвуют взрослые родители, немножко помогают педагоги и дети театральной группы. Всего, я думаю, в общей сложности где-то около 40 человек у нас было задействовано. Такие спектакли ставят в театральной группе дошкольного отделения дважды в год. Следующая премьера запланирована на конец апреля. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.